пришли на канал о кожаных сумках и не только. Меня зовут Мила, и сегодня мы посмотрим с вами, какие изделия я отшивала в последнее время. Здесь у меня будут кожаные сумки и немножко мелкой кош-галантереи. Поехали! Начать я хотела бы с обзора вот таких вот небольших сумочек. Отшивала я их в 5 разных цветах. Маленькие сумочки, называю я их кармашки, потому что такого формата сумочки выполняют роль именно внешнего кармана, когда мы носим одежду без кармана. Примечательны и функциональны они тем, что их можно носить как на верхнюю одежду, так и под верхнюю одежду, и излишнего объема они создавать не будут. Так вот. Такие маленькие сумочки я отшивала специально с длинным ремешком. Здесь ремешок у меня идет около 130-140 сантиметров, что это очень длинный ремешок. И сделала это для того, чтобы можно было отрегулировать по длине, под рост и под комплекцию будущей хозяйки. Например, стандартная длина ремешка варьируется от 1 метра до 120 сантиметров. В этом случае, вот видите, сумка сидит очень-очень низко. В идеале она должна находиться там, где обычно у нас на одежде располагаются карманы. Или даже чуть повыше. Вот так вот. У этих сумочек текстильный подклад из красивой хлопковой ткани в клеточку. Закрывается вот на такую асимметричную застежку. Называется такая застежка фермуар. Отшивала эти сумочки в 5 цветах, но 2 цвета, ярко-зеленый и оранжевый, у меня уже купили, поэтому я покажу здесь то, что у меня сейчас в наличии. Лилового цвета, желтого цвета и голубого цвета. Эти сумочки, у них размер 18 на 11 сантиметров. У синеньких синенький подклад, у желтенькой желтый подклад. Следующая сумочка, это у меня из такого красивого цвета бордового флотера. Сумочка на плечо с вышивкой металлизированными нитями. Застегивается на молнию, которая вот чуть-чуть вот так слегка утоплена, чтобы ее не было видно. И внутри у нас тоже хлопковый подклад. Сумочка очень удобная, на каждый день. Подойдет буквально и в пир, и в мир. Вот так сидит на мне. Фурнитура цвета светлого золота. Красиво оттеняет, даже подчеркивает цвет, основной цвет кожи. Вышивка здесь золотисто-зеленого цвета. Подходит под мой наряд. Дальше хочу показать вам вот такую вот сумочку из 100% шерсти. Вот такая вот сумочка пухляшек. Очень вместительная. Прототипом этой сумочки у меня была сумка пельмень. Вот, слегка утопленный фермуар. Внутри хлопковая подкладка голубого цвета. Форма пельмешка формируется за счет вот таких вот складочек. Красиво ложатся складочки с обеих сторон. Кожаное дно и кожаный ремешок. Сумка носится на плечо. Или можно даже через плечо. Вот, очень удобный формат, когда нужно носить с собой все на свете и даже немножко больше. Совсем недавно я отшивала себе вот такой вот клатчик. Клатч из замши.
с таким красивым рисунком а-ля тельняшка. И вся фишка в том, что здесь густая бахрома с двух сторон. Бахрома неровная, вот она немножко асимметричная. И здесь тоже асимметричная. Вся фишка в том, что бахрома у меня идет как продолжение основной части сумки. Поэтому смотрится необычно. Здесь при движении формируются вот такие ломаные линии. И бахрома, она сама по себе при движении вот так красиво двигается. Клатч плоский. Закрывается на магнитные кнопочки. А внутри кожаная подкладка. В такой красивой расцветке, наподобие перепелиных яиц, что ли. Бонус этой сумки в том, что ее можно носить как клатч. Вот так вот, под мышкой. А можно на длинный ремешок. Тоже на плечо или через плечо. Очень удобно, так как сумка, она сама довольно-таки увесистая. Такая кожа у меня все еще есть. Я могу отшить как минимум еще одну такую сумку. Ну и на будущее, наверное, вот такую полосатую кожу больше заказывать не буду. Так что это будет единственный экземпляр. Ну, практически два экземпляра, если брать вместе с моим. Вот так вот. Красота. Пройдемся по мелкой кожгалантерее. Отшиваю я в основном обложки для паспорта, обложки для автодокументов и карт-холдеры. Сама я тоже ношу точно такую же обложку для паспорта и точно такой же карт-холдер. Очень удобная и функциональная вещь, когда не хочется брать с собой много каких-то других вещей, большие сумки и в этом духе. Обложки для паспорта можно отшить в любом цвете из имеющихся кож. Покажу на примере вот этого голубого комплекта. Обложка для паспорта лаконичная, минималистичная. В том случае, если это будет обложка для автодокументов, внутрь просто закладывается дополнительный вкладыш с несколькими страницами. Карт-холдер – это как маленькая копия обложки для паспорта. Тоже такая минималистичное исполнение. В таком карт-холдере можно носить как 2, так и 3-4 банковские карточки. Лично я ношу 3. Очень удобно. Просто положил в карман и пошел. Недавно, после долгого перерыва, я попробовала отшить вот такую вот монетницу. Я совсем забыла, что у меня была такая модель с вышивкой и на молнии. Внутри отделана натуральной кожей. Вот такое вот красивое контрастное сочетание. Может использоваться как монетница, может использоваться как ключница. Тоже очень красивая и функциональная вещь. Вот, впрочем, и все. Я показала вам все изделия, которые у меня сейчас в наличии. Сумочки и мелкую кожгалантерею. Спрашивайте, пишите в комментариях. Буду рада вашим лайкам и отвечу на ваши вопросы. До следующей встречи! Пока-пока!